До начала концерта Истринского клуба гармонистов «Муравушка» еще почти час, а Дом культуры уже весь звучит, поет переливами гармонии. Я сам вот недавно полюбил гармонь, то есть я до этого, у меня нет музыкального образования, нету даже музыкального слуха, но я полюбил гармонь, я начал искать соратников, и получилось так, что я понял, что вот как бы, ну, одинок в этом, и начал собирать вокруг себя людей. По образованию Валерий Николаевич токарь, сейчас занимается предпринимательством в Солнечногорске, но всего за 2 года ему удалось собрать не просто любителей народной музыки, но настоящих фанатов гармошки. Михаил Семин из Павловской Слободы, например, выбрал инструмент с раннего детства и верен ему по сей день. Ну как получилось, вот с 4 лет играл на гармошке, потом гармошка рассыпалась, потом перешел на баян, и потом вот 10 лет тому назад, ой, то есть 17, в 2000 году поехал в Тулу, заказал гармошку и опять традицию гармонистов начал. Ну вот все-таки хочется передать внукам, чтобы гармонь все-таки не пропадала, все время играла, играла. Клуб истринских гармонистов сейчас условное название. Географию талантов городским округом не ограничить. Из Рязани. Приезжаю, так говорю, из Беларуси, из Нижнего Новгорода, Липецка, Мурома, с Орла, Самары, со всех вот концов России, Санкт-Петербурга. Нас любят все. Почему же Истра стала центром гармонного движения? Все просто. Во-первых, площадка хорошая, а во-вторых, и это самое главное, уж больно зритель у нас душевный. Во-первых, весело. Во-вторых, ну я не знаю, просто мы русские, мы привыкли под гармошку петь песни. В зале буквально яблоку негде упасть, люди готовы стоять, многие пришли с детьми. Сами играете? Нет. Нет, просто ребенка привел. Чтобы приучать, надо же его народного, к народной музыке. Да, Полина? Да, вот. Сами артисты говорят, что в Истре настоящий фан-клуб гармонии собрался. И даже песни по этому поводу слагают. Опять мы в Истре собрались. Пару лет назад мы родились. И снова на машине здесь друзья, и снова вместе. С первых нот зал подхватывает знакомые строки и ноты. Гармонисты играют не какую-то обязательную программу, а то, что самим дорого и любо. Оттого и лица в зале светлее, и глаза теплее. Оттого и поют все вместе, забывая о неурядицах и суете. Эх, заиграй гармонь, да развернись, душа русская. Елизавета Лысова-Галмзина, Елена Айошина, Егор Евстигнеев для ТВИ. Спасибо! Спасибо! Спасибо!